Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сексуальна жінка. Яка вона? У чому ключові аспекти жіночої сексуальності? І чому важливо любити себе і на фізичному, і на духовному рівні? Сьогодні на ці та інші питання будемо відповідати разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психолог-сексолог Валентина Залеська. Валентина, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Хочеться одразу розпочати з неприємного, з проблем. Які фактори найчастіше заважають жінкам відчувати себе сексуальними? У чому ця проблема? І чи можна когось вважати винними? Чоловіків, виховання чи саму жінку? Да, на это влияют социальные установки, на это влияет воспитание, то, как в семье относятся к сексу, и это же транслируется детям. И, конечно же, социальные установки, которые говорят о том, что да, мужчина, когда имеет много партнерш, он на высоте, а женщина какая-то падшая женщина. И это, конечно, женщину заставляет бояться, зажиматься, не показывать и не проявлять свою сексуальность. А які взагалі проблеми, можливо, на вашій практиці ви з ними стикаєтесь? Як це проявляється? Это проявляется, что женщины слишком много контролируют, боятся проявить свою сексуальность, боятся об этом открыто говорить, делать то, что им нравится, то, что им хочется. На вашому, знову ж таки, особистому досвіді, які питання найчастіше хвилюють жінок в сексології, що їх турбує? Ну, самые частые вопросы – это вопросы того, что а вдруг я познакомлюсь со своей сексуальностью и потом пойду по бездорожью, да, что я не смогу остановиться в своем удовольствии. И вопросы контроля и страха. Як, можливо, є якісь поради, як ці питання вирішити? Ну, нужно, скорее всего, лучше пойти к сексологу, но если не пойти к сексологу, то знакомиться с собой, ощущать свое тело, свои чувства, эмоции, какая я рядом с другим, да, какая я с мужчиной, что меня останавливает, что меня интересует и двигает вперед, чего мне хочется, что мне интересно, чего я боюсь, и также изучать свое тело. Ви відповідали, коли ми говорили про на перше питання з приводу виховання, чи дійсно от низький рівень сексуальної освіти може негативно вплинути на рівень і сексуального життя? Да. Потому что к сексу все относятся как к удовольствию и развлечению, и очень мало ответственности за этот процесс. И на сегодняшний день очень популярен секс без обязательств, да, который приводит к очень печальным трагедиям, там, к абортам, к травмированной психике. Поэтому, да, очень важно понимать. А коли варто от розпочинати розмовляти з дитиною, або якщо там це вже доросла жінка і вона хоче збагатити свою обізнаність у цьому питанні, як правильно от розпочати? Ну, это с детства, наверное, не стыдить ребенка за изучение своего тела, да, не останавливать его в интересах, да, когда ребенок там интересуется первыми, а что это такое, а как это, о, я увидел, или там мне сказали, и задает родителям вопросы, то, ну, как-то нужно на его языке объяснять ему и не говорить, что это плохо, стыдно, пошло, грязно, потому что, ну, потом это выливается, да, в проблемы. Які можуть бути от наслідки відсутності сексуальної освіти взагалі? Ну, это некачественная сексуальная жизнь, неудовлетворенность жизнью. В принципе, секс играет очень важную роль для женщины, и когда она не удовлетворена своей сексуальной жизнью, она очень такая грустная, печальная, без энергии, всем недовольна. Это распространяется просто на все сферы жизни. Ну, дійсно, ви зазначили, я не знаю, можна це вважати стереотипом, ви стверджуєте, що впливає от відсутність сексуального життя або погане сексуальне життя на настрій, на емоційний стан. Як це взаємопов'язано? Ну, да, конечно, но потому что это вопросы самооценки, когда в чём-то мы не успешны, когда у нас не получается что-то очень хорошо, да, там отсутствие оргазмов или отсутствие удовольствия или какая-то нарушена коммуникация между партнерами, то, естественно, это отражается на уверенности в себе, на самооценке, на ощущении себя в мире. И это не только там вопросы физиологического характера, но и эмоциональные. И да, это влияет, и гормональная система от этого страдает, и эмоциональная, и психологическая.
А чи можна навчитися абстрагуватися від цього, тому що ну якось не робити так, щоб сексуальне життя, його, можливо, так скудність або відсутність впливало на емоційний стан? Ну, это, наверное, можно стать памятником, но какой в этом смысл? Нет, конечно, замораживать себя не нужно, нужно, наоборот, изучать себя, расширять свои границы, расширять свои возможности в сексе, да, изучать себя рядом с партнером, изучать партнера, привносить что-то новое в сексуальную жизнь, и тогда будет все отлично. Ну, до речі, що можна порадити жінкам для підтримки сексуальної активності і інтересу чоловіка до неї? Ага. Это, наверное, быть в состоянии, ну, когда удовольствие у нас не как какой-то праздник, случающийся иногда, когда это жизнь в удовольствии, и это удовольствие постоянное и от всего, да, и от общения с мужчиной, и от материнства, и от работы. И вот когда мы женщины транслируем это удовольствие, мужчины это очень считывают, им это очень нравится. А що, можливо, знову ж таки порадити, категорично не можна робити в ліжку? Терпіть то, що не нравиться, терпіть боль, терпіть уніження, оскорблення. Ви неодноразово зазначали, що треба вивчати себе. Як це робити правильно? Як жінці вивчити себе, вивчити свого партнера? Обращать внимание на то, что возникает рядом с другим человеком, да, когда там мужчина рядом и приближается ко мне, прикасается ко мне от этого хорошо или мне от этого, возможно, страшно, мне хочется отойти, или я начинаю контролировать все процессы. Ну, вот в эмоциональной сфере это про это, да, свои мысли, которые по поводу секса, какие они, да, это хорошо, плохо, это грязно, это удовольствие, это, ну, о чем это вообще для меня. А что касается телесных каких-то узнавание себя, то, наверное, да, нужно изучать свое тело, пробовать это наедине с собой и потом привносить это в жизнь с партнером, потому что ну, мы не можем, не зная себя, рассказать другому о том, что нам нравится, что нам интересно и как нам это нравится. А чому важливо любити себе? Ми неодноразово, дуже часто чуємо від різних експертів, що варто любити себе, що це дуже важливо. Як це зробити і як це може вплинути і на сексуальне життя, і на життя жінки в цілому? Ну, якщо ми себе не любимо, ми для себе найближчі, то хто ж нас другий полюбить? І дуже глупо чекати любові від кого-то, якщо ми самі себе не любимо. Ну, ми ж не можемо пропонувати чоловіку, який нам цікавий і симпатичен, себе якесь не окей. Ні, звісно. Тому, так, це дуже важливо себе любити, тому що ну, ми рождаємося з якими-то особливостями, з якими-то фізіологічними особливостями, да? Якісь личностні особливості. І ну, глупо це відрицати, що це от... Не то, чего бы мне хотелось. Если это не то, чего бы мне хотелось, то это можно развивать. Но любовь к себе – это, наверное, основное в жизни. Є, я думаю, такі випадки, вони дуже розповсюджені, що людина, жінка, ну не може себе змусити любити. Як от їй виправити цю ситуацію, на що можливо звернути увагу, як себе примусити любити і чи можна взагалі примушувати любити себе? Ну, конечно, невозможно заставить любить. Любовь – это какое-то естественное состояние, оно возникает изнутри по отношению к себе, по отношению к миру. Как мы можем заставить делать себя что-то? Это уже какое-то, это не про любовь, это про насилие. Чоловіки відчувають ось таку жіночу слабкість, якщо вони себе не люблять? Да, потому что это же вопросы самооценки и уверенности в себе, и тогда это очень, очень считывается. Можно, конечно, накрасить губы красной помадой, одеть короткую юбку, сделать там декольте, прическу, и... но это все равно это не про сексуальность, это не про не любовь к себе, это больше такое. Це моє йти зсередини. Да, 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 потому что, ну, женщина может быть сексуальной, даже жаря блинчики на кухне.
І це совершенно не про якісь внутрішні декорації. А як чоловік може посприяти тому, щоб жінка себе полюбила? Тому що, можливо, самостійно зробити це досить важко. А якими такими порадами ви б могли звернутися зараз до чоловіків і посприяти тому, аби вони вплинули на те, щоб жінка себе все ж таки полюбила? Да, от мужчинам хочеться сказати, щоб вони там не здержували себе теж в своїх емоціях і як-то давали обратну зв'язь в виде там взглядов, улыбок, восхищенных взглядов, комплиментов, внимания, заботы. И не только тогда, когда женщина в хорошем настроении, а и во всех остальных ее проявлениях. А ось такий підхід може урізноманітнити та покращити рівень сексуального життя у партнерів? Да, когда происходит взаимообмен между партнерами, ну, и энергией, общением, заботой, вниманием, то, конечно же, это улучшает качество секса, потому что секс – это первая сфера, которая страдает, если в остальных сферах случается что-то не так. Хочеться все ж таки запитати, сексуальна жінка, яка вона, якою вона має бути? Это женщина… Она уверена в себе, она уверена в том, что она хороша, достаточно хороша, она любит себя, у нее горят глаза, и от нее исходит очень большое количество энергии. Это та женщина, которая заходит в помещение, и многие оборачиваются. Ну, давайте все ж таки проговоримо так от знову, підсумовуючи поетапно, як має відбуватися ця звичка любити себе, що потрібно робити для того, щоб відчувати себе впевненою, люблячою і сексуальною. Замечать в себе не недостатки, как мы привыкли, да, что там у нас там попа целлюлитная, там грудь не того размера, волосы не того цвета или еще что-то, а наоборот обращать внимание на свои какие-то прелести и достоинства, потому что каждая женщина прекрасна и уникальна по-своему, и если обращать на это внимание, да, если говорить себе комплименты по утрам, улыбаться в зеркало, флиртовать с собой, то, конечно же, настроение будет подниматься и самооценка будет подниматься. Хочеться поговорити трішечки не про жінку, її сексуальність, а звернутися так до вашої професії. Uh-huh. Скажіть, будь ласка, у який момент жінці варто звернутися до сексолога і чи звертатися їй потрібно самостійно або зі своїм партнером? В той момент, коли жінку не устраює її секс, і не важливо, что именно в сексе ее не устраивает. И она не может это изменить сама, да? Она не может это изменить с партнером. Тогда, да, конечно, лучше обратиться к сексологу. Лучше обращаться парой, но и когда обращается один партнер, это тоже дает свои результаты. А як відбувається це якийсь, не будемо називати це лікування, спілкування з сексологом, ага. Як воно може вплинути на поліпшення сексуального життя? Ну, жінка в безпечній обстановці може узнати свої желания, ограничения, познакомиться со своей сексуальностью, да, как-то это прожить и потом уже привносить это в свою жизнь. Ну от ми, повертаючись до нашого найпершого запитання про проблеми, я розумію, є таке поняття як лікарська таємниця і так далі, але все ж таки до вас найчастіше з якими проблемами звертаються, що турбує сьогодні пар у їх сексуальному житті? Это отсутствие близости в отношениях, отсутствие эмоциональной близости. Это, конечно, сказывается на сексе. Пары приходят с вопросом, что секса стало меньше. Он стал хуже, они не хотят друг друга. Но за всем этим стоит, конечно же, эмоциональная близость, там, нарушение коммуникации, какие-то деструктивные зависимые отношения, ссоры, скандалы. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, що взагалі таке любов до себе? Бо її часто порівнюють з егоїзмом, але ж це не те. Угу. Часто даже эгоизм путают с эгоцентризмом, да, вот когда я делаю то, что я хочу, не нарушая жизни при этом других, это здоровый эгоизм, да, когда я хочу, чтобы другие делали то, что я хочу, независимо от того, хотят они этого или нет, это уже эгоцентризм. Так вот, любовь – это здоровая доля эгоизма и альтруизма. А на сьогоднішній день чи розвивається рівень сексуальної освіти у суспільстві?
Да, на сегодняшний день больше пар приходят. Если раньше это были только женщины, то сейчас, ну, я очень радуюсь, когда приходят пары, их стало гораздо больше. Дякую. Що ж, я вдячна вам за відповіді, вдячна вам за прес-конференцію. Сьогодні говорили про сексуальність жінок, ключові аспекти жіночої сексуальності, чому важливо любити себе як на фізичному, так і на духовному рівні. На всі наші запитання відповідала наша гостя, психолог-сексолог Валентина Залевська. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Залишайтеся красивими, любіть себе, будьте сексуальними та бажаними. Вітаємо вас з прийдешнім святом 8 березня. До нових зустрічей і не перемикайте!